В начале июня 7-й авиационный отряд перебазировался на аэродром Козово. Шла перегруппировка сил русской армии. Юго-Западный фронт готовился к июльскому наступлению. Ну, опять надо сделать небольшое отступление. Во-первых, это 17-й год. Февраль уже произошел. Была февральская революция. И от той сильной и дисциплинированной армии образца 1914-16 года осталась уже половина. В армии начался разброд и шатание. Агитаторы разлагали потихонечку армию. Были отменены многие правила и законы, которые действовали в царской армии. Дезертиров было пруд-пруди, уже все устали воевать. В армии ввели советы рабочих комитетов. Ну, в общем, наступление готовилось, но наступать никто не хотел. И повестки Керенского в армию, митинги, боевого духа армии не добавляли, но Керенского Антанта заставляла наступать, хотя армия уже не хотела воевать. Перебазированная русская армия к июльскому наступлению готовилась, но готовилась из рук вон плохо. Хотя были некоторые верные боеспособные части. Кстати, авиация входила именно в эти части. Потому что разложение именно в авиации было минимальным. Все-таки люди подбирались один к одному. Опять же, той зуботычины, которая была в пехоте, в авиации почти не было. Господа летчики, в основном, конечно, были дворяне, но были и из простых сословий люди. Они по-братски обращались со своими техниками, то есть теми людьми, которые обслуживали аэропланы, а они вообще-то обслуживали аэропланы, на которых летчики летали, то есть было доверие. Потому что если я был бы господином офицером и надавал зуботычин своему механику, он просто жиклер не почистил, я бы свечечкой в землю, кому же это захочется. То есть было абсолютное доверие. Задачи у отряда были несение охраны фронта, глубокая разведка и недопущение германских аэропланов для разведывательных полетов на территории, на которой находились русские войска. Вот в основном, чем занимался 7-й истребительный авиационный отряд перед наступлением. То есть не дать разведчикам неприятеля узнать, где что у нас находится. Чем они и справлялись. Но германцы начали применять интересную тактику. Кроме просто разведчиков, они начали еще сопровождать их истребителей. Что было на год раньше, еще в Первую мировую войну на Западном фронте. 17 июня отряд постигла тяжелая утрата. В бою с двумя истребителями, именно истребителями, а не разведчиками, погиб командир истребительного авиаотряда «Орлов». И исполнять обязанности командира пришлось опять Юре. Хотя в отряде были офицеры и старше по званию, и вроде как по возрасту, но опять назначили уже его. Что поэтому пишется в рапорте? Командир 7-го авиадивизиона дал на эту тему аттестацию. Временно командующий 7-м авиационным отрядом истребителей Корнет Гильшер. Отличный боевой летчик, хладнокровный, горячо любит авиацию. Будучи командующим отряда, поддерживает в отряде дисциплину и порядок. Высоких нравственных качеств, относится серьезно и добросовестно порученному делу. Считаю достойным кандидатом на должность командира отряда. То есть молодой парень становится командиром истребителя. 18 июня началась операция Юго-Западного фронта. Сначала наступление шло удачно. Прорыв германских укреплений. А вот потом все стало не совсем так. Немцы контратаковали. В небе разгорелись тяжелые воздушные бои. Противнику нужна была информация, и он посылал
самолеты-разведчики под прикрытием истребителей. Можно сказать, группа шла одна за одной. Соответственно, тяжелой была работа у русских летчиков. Если в предыдущие годы летчик вылетал не каждый день, в зависимости от погоды, но хотя бы один раз в день, то в эту тяжелую обстановку летчики летали от 2 до 5 раз в сутки. Это было очень большой показатель. Юрий был примером для своих подчиненных, несмотря на то, что протез натирал ему ногу до крови. О важности и напряженности июльских боев говорит тот факт, что 30 июня командир авиадивизиона, то есть командир над ним, над его отрядом, за воздушные бои по охране фронта представил Гельшера к чину поручика, то есть к следующему чину в табеле о рангах. Через несколько дней вернулся наградной лист с требованием оформить все как надо. То есть тыловые крысы штабные решили, что молодой человек, кстати, инвалид, про это все знали, еще недостаточно много налетал и недостаточно много сбил. Чины чинами, а война продолжалась. Были воздушные бои, не всегда результативные. 4 июля, вылетев на охрану фронта в районе Посухова, Юра обнаружил неприятельский аэроплан и атаковал его. Во время боя германский аппарат упал на немецкие позиции к юго-западу от Посухова. Русская легкая артиллерия открыла огонь по месту падения. Так как бой проходил над расположением штаба 12-го пехотного корпуса, то есть свидетелей была большая-большая куча людей, и за эту победу корнет Гильшер был представлен к георгиевскому оружию. То есть факт уничтожения неприятельского аппарата был налицо. А 6 июня началось контрнаступление немцев, то, что в историографии называется Тарнопольский прорыв. Несладко пришлось русской армии, началось, можно сказать, бегство, особенно тех частей, которые были разложены агитацией. За это время войска 7-й армии захлестнули волны разложения, атакованные части самопроизвольно начали отступать, ну, грубо говоря, просто разбегаться. Некоторые боеспособные верные части все-таки держали фронт. Это и чехословацкий корпус, и бельгийский экспедиционный бронедивизион, и некоторые отряды смерти, особенно те, которые были на бронедивизионах, то есть на броневиках. Вот эти люди в основном фронты держали. Немцы устремились в открываемый проход и начали развивать свой удар в юго-восточном направлении. Аэродром Козово оказался под угрозой захвата немцев. И 7 июля отряд перелетел на аэродром город Тарнополь. К тому времени там были еще машины 7 отступающих авиаотрядов. И на летном поле скопилось более 50 аэропланов. Это большой лакомый кусочек, чем неприятель не преминул воспользоваться. Столь крупное соединение, вероятнее всего, было замечено пролетающим издалека германским разведывательным аппаратом, который ушел безнаказанно, да и наказывать его никто не хотел, потому что отступление было. Ну, в общем, вечером 7 июня эскадра немецких аэропланов произвела первый налет на город Тарнополь. По одним данным германских и австрийских аппаратов было 16, по другим 20. В общем, когда они начали приближаться к аэродрому, на перехват взлетели лишь 5 истребителей. На тот момент появились уже Ньюпоры 11 и 17. Они могли вести огонь как поверх винта, то есть
вне метаемости винта фюзеляжем, так и через синхронизатор. То есть это были самые новые истребители на тот момент русской армии. Поднялись 5 машин. Среди них была и машина командира 7-го истребительного отряда, на которой летел Юрий Гильшер. В этом бою он одержал свою 5-ю победу. В завязавшейся тяжелой схватке с 10 аэропланами неприятеля он сбил 5-й, последний свой аппарат. Бой был настолько тяжелый, что Юра применил все свое летное мастерство, какое только мог. Но удача была, к сожалению, не на его стороне. По каким-то причинам двигатель вырвался из креплений на аппарате. То есть вырвало двигатель. После этого сложились крылья, и машина камнем рухнула вниз. Аппарат частично рассыпался в воздухе. Друг, прапорщик Янченко, получивший несколько пробоин, который все это видел и не имел возможности больше вести бой, сел у места падения, надеясь помочь и надеясь, что Юра еще жив. С нескольких тысяч метров камнем. В общем, Юры не стало, все было кончено. Но планы германского командования были сорваны горсткой смельчаков. Вражеские бомбы не причинили никакого вреда ни городу, ни аэродрому. В стремлении воспрепятствовать противнику, Юра отдал свою жизнь. Отважному командиру авиационно-истребительного отряда было всего 22 года. Он успел стать истребителем МАСом с протезом вместо ноги. Ну, не так, но так и не дождался погонпоручика. Останки Юры были запаяны в гроб с дальнейшим препровождением этого гроба для захоронения в Москве, но было принято решение Юру торжественно похоронить в городе Бугач в Галиции. Вот такая вот история, которая произошла с молодым человеком 100 лет назад. С вами была передача «От кольчуги до брони». С вами был Станислав Коробков.